команда сыграла один матч, очков пока нет. Еще одно поражение, и старт можно будет назвать поистине провальным. Игра, которая может войти в историю. Историю одной из команд футбола стадиона страны. Ну как серьезно ты представил эту встречу. Ожидание действительно... Это штрафной, а карточку судья, видимо, забыл в раздевалке. Мюллер! Удивительное дело, но мяч не попадает в ворота. Да, это лишний раз доказ. И как пробил! Гол! 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 Спокойненько закатывает мяч в сетку. Издевательски просто. Но ведь ему позволили это сделать. Позволили получить мяч, пройти к воротам и сделать то, что он сделал. Да, покуражился парень, но особо стоит отметить, конечно, его технику. Хорошо, атака развивается. Удар нужен. Насри. Совсем немного не точно. Чуть выше ворот. Забивать надо! Головой наносит удар игрок. Мяч ушел от игрока обороняющейся команды, значит, угловой. Опасно! Какой момент и как здорово! Вратарь спасает, но эпизод еще не окончен. Фигули. Пас с фланга. Попытка на... Мяч в воротах, и у нас ничья. Ну что сказать, голище. Посмотрите, какой кросс в штрафную, а? Великолепная передача, оставалось ее только замкнуть. Вот именно так и надо завершать угловые хорошим точным ударом. Да, головой сыграл просто бесподобно, как ты в лучшие годы. Опасная атака. Пас в штрафную. Бьет он по воротам. И голкипер вступает в игру. Можно выдыхать. Угловой. Насри. Мяч летит в сторону ворот. Игра остановлена. Будет угловой.